Главная цель социального раунда «Маленький пассажир, большая ответственность» – повышение безопасности детей в автомобилях. Для этого необходимо соблюдать правила перевозки, а именно использовать специальное удерживающее устройство – детские кресла. Во время рейда сотрудникам ГИБДД помогали ребята из дошкольного отделения Видновской школы номер 1. Вместе они вручали водителям и пешеходам тематические агитационные листовки. Мы должны им напоминать, чтобы они нас возили как хрустальную вазочку в машине. Поэтому должны нас пристегнуть, посадить в креслице удобное для нас по нашему росту, по нашему весу, да. Пристегнуть нас обязательно ремешками безопасности. Несмотря на столь юный возраст, ребята уже знают, зачем родители перевозят их в детских креслах. Чтобы не забрали права, чтобы я был в безопасности. Согласно статистике, в случае дорожно-транспортного происшествия вероятность получения ребенком серьезных травм гораздо выше, если он находится вне удерживающего устройства. Как показывает практика, ответственных родителей большинство, и все они соблюдают правила перевозки своих детей. Конечно, стараюсь объяснить так понятным детским языком. Ну, у меня дети слушаются и пристегиваются всегда в машине. Я думаю, что это очень нужно для детей, чтобы они знали правила дорожного движения. И когда родители их пристегивают, чтобы они знали, понимали, для чего это, во избежание аварии и для безопасности. В семье Никиты Тинькова ребенок появится на свет только летом, но он уже заранее заботился о будущей безопасности малыша. Заранее все купили, но в связи с сложившейся ситуацией стараемся все заранее закупить. А кресло мы уже купили, коляску купили. В принципе, да, конечно, мы готовы. Социальный раунд будет продолжаться до 17 апреля. Дмитрий Книга, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.